началось все с этого, это просто полный бред. Я вообще не понимала, про какие приоритеты идет речь, что это был абсурд. Я вернулась через минуту, я собиралась тебе положить поесть, я собиралась это все сделать. И вернулась очень быстро, но ты уже меня матами покрывал. Ты шел по улице и говорил, что мне это не нужно, это же ты кричал первый на меня матом. Я тебе говорю, зацепили за те макароны, это абсурд. Я тебе говорю про то, что было потом. Давай быть честными, когда я вышла вместе с вами из дома Випа, ты уже стоял на улице, шел в лес и покрывал матами. И говорил то, что мне все больше не нужно. Я сказала, я тебе готовить ничего не буду. Как ты ждешь, какую реакцию, если ты девочке скажешь? Да, потому что я задолбался, я убиваю себя, понимаешь? Как ты себя убиваешь? Морально как? Я не хочу никуда идти, ничего делать. А почему ты ничего не хочешь делать и идти, если тебя готовят? Потому что ты ходишь, хаешься со всеми. Я не собираюсь. Ругаешься матом. Вот это я ничего другу не обязана. Я ничего не должна делать. Когда захочу, то и буду делать. Не... Так не должно быть, но я пошел на уступки, потому что по-другому быть не может. Хотя я это не приветствую. Правда, не приветствую. Смотри. Для меня это абсурд и бредятина. Так семья жить не должна. Как жить нельзя семье? Мы к чему-то приходим сейчас. Пиши к альтернативе. Ты живешь для себя, я живу для себя. Все. Мы ни друг друга ни о чем не просим. Чтобы быть друг другу обязаны, как ты любишь об этом говорить. Все, вот давай сейчас... А что поменялось? Так, ты для меня не готов. Даже что ты хочешь поменять в этой истории? Даже если ты хочешь что-то для меня делать, не делай. Я так жить не хочу. А по-другому никак. Чтобы потом меня не упрекали. Я упрекаю только меня, я никого не упрекаю. Упрекаю только я. Я сажусь на новое место и выслушаю про приоритеты. Я сажусь на новое место и понимаю, что мою еду